Филе миньон. Я, наверное, письку сейчас журкаю, чтобы она не это, не обосылась. Я только вижу Lexus с арабским чипом. Так, вот так делает. Мы, если что, приехали за Моцком. Звони, Костян, звони уже. Я не могу. Давай уже, давай, давай. Я сейчас. Алло, да. А, мы вот подъехали в автоцентр. Еще копы просто. Копы так и любят. Копы кричат, Энки, ты где? Ковский. У меня вибрадный. А можно в дирхамах оплатить мотоцикл? А он на каком топливе? На самолетом? А, как ну, почти, да. Просто покататься. Капец, он мелкий. Так он в багажник поместит. Оказался чуть больше. Мы на нем катались. Для меня маленький. Писали, мы когда выложили, что мопед для Костяна, мопед для Костяна, что даже Костяну будет большого. Костяка сейчас сядет вообще с кайфом. Нам бы понять, как он работает и все это и... Вы будете его покупать? Да, конечно. Вот, объясняю. Вот здесь есть подсос. Ага. Вы его нажимаете, ну, ждете там 5 минут. Я не увидел, где подсос. Это краник, бензин. Он в таком положении закрыт, в таком открыт. Ага. В этом тоже закрыт. И как бензин. Сейчас вот это, да? А сколько банк? 5 литров? 5 литров, он меньше 5-литровки весит. Все, здесь раньше стояла глушилка для ребенка, сейчас он раздушен, поэтому он может ехать 60-70 км в час. Ну, на самом деле, мы катались на треке, но очень стрёмно. Ребенок тренировался, этот там пластик нужен. Если ты будешь кататься, то тебе ноги нужны вот так. То есть ты должен садиться, у тебя вот так должно быть. Мне кажется, я не сяду. Я тоже не сяду. Попробуй. Нужно наш погас. Я уеду. Смотрите, если вы будете кататься хотя бы кроссу длинную, потому что если будете падать, то вот эти места все косточки отобьют. Ты просто не понимаешь, как со стороны это. Я примерно могу представить. Оплачивай и погнали. Берем. Нету, да. Просто... Его снимут в карман взять. Просто вот понес. Костян, тебе в самый раз. Спасибо большое. А пластик, может, он был отдельно, мы его хуй оденем. Да он и не нужен. Там ребята, вот там стоят большая толпа молодых ребят, они вообще вот. Есть все ноги вот как, вот так, самолетина. Костянчик, давай на заднем колесе. Не, на ходу, ну так. Он так смешно выглядит, пиздец.
Блять, издалека очень смешно выглядит, когда такая бабочка едет просто. Ну, чат очень смеется. Надо попробовать прикрепить сейчас к Сане, чтобы он с камеры попробовал поехать. Там мужики вы охуели тоже. Мужики говорят, нормальный аппарат у тебя здесь. Сейчас, погнали! Еще мотор прям в жопу жужжит. По пересеченке. Опа! Ай! Ой, аж сопли нахуй. Ну, включи печку, будем типа греться и кататься. А где он пишет Лунтик? Типа назвать его Лунтик? Да, дядь, это Лунтик будет. Дядь, это Лунтик. Но это жесткий аппарат. Дядь, все, это Лунтик называется. Надо нахуй сейчас чуть-чуть. Я знаете, что понял? Надо ехать за картами. Ну, типа да. Будет... У нас как раз три транспорта будет. Чё? Такой звук. Я не выйду. Я не буду двигаться. Мне надо, конечно, двигаться. Ля, он когда его открыл багажник, я супер сильно охуел, что он вот такой. Да, я тоже, я думал, он, ну, побольше, типа. Да, я думал, он хотя бы, ну... Что мы в багажник его точно не уместим. Вот такой, я думал, размер. Завтра для вас тоже контентик уже подготовлен. Мы потратили 100 тысяч рублей. Давай скажем, похуй, чё. Но по мощности примерно подобную. А двигатель могу быстрее, да. 75 км в час эта хуйня разгоняется. Всё. Все, больше ничего не скажу. Ебать, чел, когда увидел, что мы так смеемся, он подумал, что мы хуй купим его. Да, он такой, вы покупать-то будете. Ничего. У меня эти охранники так стояли, когда я на мотоцикле летел здесь. Я пока что, я не знаю, первые эмоции меня прямо рвало очень сильно. С посадки, да, с да, поездки. Да, 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 да. И в целом то, что он настолько маленький. Костя! Макс! Лё! О, Макс, на Макс отозвался. Мне кажется, его вообще ни Макса, ни Лёха и ни Костя зовут. Он просто такой, ради приличия. Тамара. Пацанам. А там, о, вон чуваки сказали, это мой одноклассник, Макс. Реально. Какой одноклассник, он в университете учится? Ну, какая разница, одногруппник, одноклассник, одно и то же. Может, сослуживец тогда уж? Нет, сослуживец вот в этом здании кто-то есть. Бу. Болван. Бу. Она вжалась туда, подожди. Говорит, болван. Она вжалась туда, что делать? Бу. Ебать, я испугался. Чего она так жестко снимает? Не, мы когда проезжали, там был такой дом, знаешь, вот старый по архитектуре, большие-большие арки, и на них написано «Интим». Ты заходишь в эту арку, тебя ебут. Бля, Дубай испортил Саню. Ой, Костя, надо было, начальник едет. Начальник фермы. Эх, да. Да не продует, это начальник фермы едет. Ну чё, пару кубов сена разгрузим? О, можно это закрыть, я костячек хочу оставить. Проветривание, проветривание такое небольшое. Такого, кстати, не нужно. Многословным, как Штирлиц, и наблюдательным, как Смапл. И тогда тебе никто не узнает над печеной картошкой по вечерам. С чего начинается родина? И на каждого собираешь. Это я уже поздно об этом думаю, но мне кажется, мы могли поторговаться хотя бы на 5000 скидок. Ну, кстати, да. Что-то мы вообще прям нет, да, не договорились. Типа, ну то, что он покоцанный там или какой-то подуставший. Бля, кстати, что-то тоже не вообще не... Ну, мы настолько всем кайфанули. Поэтка да. Настолько доволен аппаратом, угарно. Что мы даже, что даже не... Клубная музыка 2022, новый клубняк 2022, клубный хит на ябанке. 24 на 7, chill house, beat, music, музыка для дома, музыка для семьи, музыка для шашлыка. Жесткий бас. Да, вот оно. Я себя априори чувствую сразу. О, нихуя себе, это же включилось резко. Я недавно настолько хотел ссать, что я когда приехал на такси к дому,
не дошел до квартиры, просто его под дом насал в угол. Ну просто мне уже было больно. То есть, ну, никогда в жизни не было настолько плохо. Я даже когда посал, у меня еще болел мочевой пузырь минут 30. Это как мой друг, который нашли со школы, он насрал возле моего подъезда, хотя его подъезд типа через дорогу. Ну, и, причем дорога размером в машину, ну под, просто вот двор. Но я там не один нагадил, я с Ватей крываем. Обычно, когда был. Очень жестко надавливает, уже ты рассчитываешь, типа... На дом. Ты рассчитываешь расстояние максимальное, которое ты можешь преодолеть. Меня бесит, что мозг так работает, что чем ближе к дому, тем сильнее тебя придавливает. У меня было такое еще, что как только я перешагнул за порог, меня сразу вытошнило. То есть мне не хотелось вообще, пока я не был дома, только перешагнул за порог и увидел там туалет, в котором я всегда такие вещи делаю, сразу же за порог вышло. Я влазишь. Дядь, влазишь, я в 10 раз таких влазил. Он ждет, пока ты проедешь, болван. Дядь, дави, сам еще чел идет. Давай, едь, он тебя ждет. Ай, возьми подстрекатель. Блин, ты бы реально влез. О, сейчас дед! Дед, ты куда? Ну, на стриме деда точно никто не насаживал. Едет Грейка через реку, едет Грейка в реку, рек, снова Грейка руку в реку, раз за руку Грейка тап. Сейчас они заберут картинги и мы поедем. Чья это машина? Это аренда. Стоит 8000 рублей в сутки. Я снял на 10 дней. Там была акция. Акция. Покупаете машину в аренду, вам пиво в подарок. Я воспользовался акцией. Купил пиво в машину в подарок. Но если бы такая акция была, я бы тогда не стал брать. А вот взять машину, купить машину и получить пиво в подарок, это интересует. Еще если бы мне Владик взял курточку какую-нибудь, я бы вообще ему отсосал. Я бы вообще ему просто жопу вылезал. Прям... Ну вот, чтобы она очистилась, как при рождении. Да просто мотоцикл. Ой, бензинового нет. Мотоцикл в багажнике лежит. Бензин, по-моему, вот чуть-чуть просочился. Чуть-чуть просочился бензин. Поехали. Сейчас я вас попробую куда-то прицепить. У него, короче, в какой-то момент начинается надуваться мотор, и он разгоняется. Ебать, пролетел. Они жестко дубасят.